Статистика неумолима. 46 тысяч человек в стране являются пропавшими без вести. В нашем крае на конец 2014 года исчезнувшими считались 642 человека. Для облегчения работы прокуратура, Следственный комитет и МВД направили на утверждение в Минюст приказ, изменяющий систему розыска без вести пропавших. К примеру, заявления о пропаже человека будут приниматься вне зависимости от срока давности исчезновения, а также информации о его постоянном месте проживания и отсутствии фото. Более того, большая часть работы ляжет на Следственный комитет. Если гражданин, заявленный как без вести пропавшим, не найден, сотрудники заводят розыскное дело, а материалы для принятия процессуального решения передают в Следственный комитет. Безусловно, это прибавит работы следователям, но позволит им в случае малейшего подозрения на криминальные причины исчезновения возбуждать уголовное дело по статье убийства, дающей широкие полномочия для проведения розыска. Таким поводом может являться, например, наличие крупной суммы или автомобиля у человека на момент пропажи. Артем Кондратьев, Анна Кулигина, ЗапТВ.